Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в соцсети Инстаграм рассказал, что в составе российской делегации посетил торжественную церемонию открытия негасимого пламени у памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на Соловенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Этот памятник был открыт в 2016 году в Любляне при участии президентов двух стран Владимира Путина и Барута Пахора. Спустя три года сюда была доставлена частичка пламени с могилы неизвестного солдата в Москве. Таким образом, впервые за последние десятилетия в столице государства члена ЕС и НАТО был зажжен вечный огонь. Для меня большая честь принять непосредственное участие в этом событии и поделился впечатлениями Дмитрий Азаров. Дело в том, что ранее ко мне обратился посол с просьбой подсказать, кто смог бы изготовить горелку для будущего вечного огня. В ответ предложили помощь Самарской области. В итоге одним из предприятий региона совместно с сам ГТУ была изготовлена специальная горелка, после чего усилиями наших специалистов она была установлена на месте. Эта горелка дар от Самарской области братской Словении в память о погибших воинах. Блогер Евгений Синюков в ЖЖ-сообществе «Самара.ру» вспомнил о бочках с мазутом, о которых не трубили самарские СМИ. Шел апрель 2016 года. Ударно строился мост. И вот 10 апреля строители нашли такой вот нежданчик, пишет автор. На строительстве заканчивался демонтаж емкости, оставшихся от заправки «Роснефть». Кроме запланированных к выкапыванию емкостей, нашлись еще две, причем они совсем из другой жизни. Эти емкости даже не сварные, а клепанные. Такие емкости перестали делать в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века. Кстати, находка 27 августа емкостей с мазутом на улице Степана Разина не первая и, думаю, не последняя. Что-то подобное уже находили недалеко от последней находки и на этой же улице. Рядом с особняком Василия Михайловича Сурошникова, заключает Синюков.